Несколько сотен, а если быть точнее, 376 детей родились за новогодние каникулы. Это данные из трех крупнейших городов региона – Иркутска, Ангарска и Братска. Праздничные дни для появления на свет в основном выбирали мальчики. Их родилось на 20 больше, чем девочек. Кстати, в саму новогоднюю ночь тенденция была иная. В Иркутске, Ангарске, Братске и Братском районе появились на свет 11 представительниц прекрасного пола и всего 9 мальчиков. В рождественскую ночь, как пишет Телеинформ, новорожденных было больше и вновь лидировали девочки. 18 против 4 маленьких представителей сильного пола.